Друзьяшки, привет, мои зайчики. Сегодня мы поем песню моего студенчества, для кого-то школы, короче, самая романтичная пиздострадальческая песня всех времен, короче, «Стигмата» не забывай. Так что подпеваем, короче. Надеюсь, вы ее знаете, если не знаете, то, в общем... И смотрите, текст, она такая классная. Остановились в небе тать кометы, мне бы раствориться в тебе до конца. Я забываю, кто ты, все эти звуки, но ты остаются тобой для меня. Я забываю все города, эти фото для наших стен. Помню, что я выбрал тебя сам, я сохраню тебя всех, но только не забывай, я живу для тебя, чтобы каждая ночь уносила. Храню тебя всех, но только не забывай, я живу для тебя, чтобы каждая ночь уносила туда, где разреженный воздух плавил сердца, дотянувшись до неба, горели дотла. Только не забывай, я живу для тебя. Не под тебя в рай, сон уносит туда, где разреженный воздух плавил сердца, дотянувшись до неба, горели дотла. Я не романтична, понятно? Я злобное зло. И, в общем, только попробуйте мне что-то сказать, что я сладкая сластёна, типа, у вас жопа слипалась от меня слушать, понятно вам? Всем понятно? Я злобное зло. Вот. Поняли все? Все поняли? Ну, вообще, на самом деле, я поклонник такой грустной музыки, эмо, все такое. Ну, точнее, была поклонник, но всякие инженеры не особо, но у меня, типа, мне нравилось «Стигмата», «Оригами», этот, кто там, ну, это мне прямо не нравилось, сейчас как-то мне поднадоело все, но все еще слушаю «Dead by April», я слушаю, кто у нас еще, «Алекса», «Алеса». Такие все унылые. Black, этот, Veil Brides. И... Ну так, послушиваю. Бывает, грешу. Грустиночка иногда хочется. В чё-нибудь такого, этакого. А, друзьяшки... Это, знаете, как вот какие-нибудь... Тетеньки, которым 50 лет, слушают Успенскую, там вот это вот «Единственному нежному». Пацаны, а вы признавайтесь, какую грустную музыку вы слушаете, чтобы вот такая жизнь, такая вот Наташка была, а я ее упустил. Ну давайте, рассказывайте мне свои истории. Я знаю, что
кроме меня, никто не узнает. Кроме нас. Мы же все свои, правильно? Мы еще неизвестные. И вот. Так что не поскупитесь чеканной монетой, Ведьмаку, чеканными лайками, хуяйками. Это надо было вначале сказать, но я думаю, что те, кто меня смотрит, они уже подписаны, я уже все знаю про вас. И я хочу услышать ваши истории. Вот. А с вами, как всегда, прощаюсь ненадолго. И, значит, надеюсь, что Наташка вам, может, и не дала, но дала Светка, Олька, там, Васёк. Короче, ну, Наташка не дала, но вся деревня дала. А Наташку сейчас муж избивает, потому что она выбрала его, а не вас. Давайте. Ну, вы поняли, о чем я. Я Наташка, это типа имя из воздуха. Я, если тебя Наташа зовут, я сорян, я не знала, что тебя Наташа. Все, отнимись. Все, спасибо за внимание. Ням-ням. Ладно, пошла я дальше творить дичь. Пока. Пока.